Сегодня мы наконец увидим новые банкноты достоинством в 200 и 2000 рублей. Центральный банк планирует телемост между Москвой, Владивостоком и Севастополем. Как предполагается, в эфире покажут новые деньги и расскажут, когда мы получим зарплату из первых хрустящих 2000-х. Изображены на новых банковских билетах Севастополь и Владивосток. Так решил народ в ходе голосования, которое длилось несколько месяцев.